Так, ребятки, всем привет, с вами не Лапса. С сегодняшнего дня мы начинаем проходить серию игр Call of Duty. Мы начинаем с игрушки Call of Duty Modern Warfare. У нас ремастерит Modern Warfare первая. Не знаю, есть обычная, но не знаю, посмотрим. Если будет, короче, херня игра страдать, то пойдем в обычную, а не в ремастерит. Все, приятного всем просмотра. Вот, единственное, что мне не очень нравится, кат-сцены, а именно менюшка, точнее, как-то видео в загрузке слишком громкое, поэтому буду выключаться. Все, всем приятного просмотра. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. Проправительственные силы против сепаратистов. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Ты давай мне рад без этого. Видеть, плохие новости. Здорово. Окей. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Окей. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Так. Прицелься в мишень, Соуп. Хорошо. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Теперь я закрою мишень фанерой. Угу. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Так. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Хорошо. Отлично! Мишени будут появляться по очереди. Угу. Сбивай их все как можно быстрее. Окей. Отлично, дружище. Нормально. Теперь возьми из арсенала пистолет. Угу. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Ну, вытащить окей. Нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. А, давай сюда. Теперь ты гроза всех фруктов. Это я могу. Капитан Фрайс желает тебя видеть. Хорошо. Поехали. Ля, светло. Угу. Здорово. Хеллоу. Работяги. Он новичок, сэр. Легче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да кого, тихо-то. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Нормальное имя. Пора проверить твои навыки ближнего боя. Всем остальным покинуть зону. Чё, сейчас сражаться будем? Теперь должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Газ, это который нам там тренинг, да, проводил? Окей. Давай. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. Угу. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Угу. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. А потом пятая и шестая. Как только будешь готов, хватай веревку. Ладно. Ох, как давно это было. Ну, поехали. Стреляй по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Гранату через две! Поехали. На четвертую! Стреляй по мишеням! На пятую пошел! Огонь по мишеням! На шестую! А, потерялся. Гранату через две! Погнал! Стреляй по мишеням! На конечную позицию!
Беги до финиша. Ну, нормально, 27. Но можно было и лучше. Ну да, это да. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Да не, как ты неохота. Или подойди к мониторам, чтобы узнать давай, результат. Давай, да. Господа, нам предстоит десантная операция. Так. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно. Окей. Все, можно идти. Так, суровая проверка ваших боевых качеств. Угу. Хорошо, на какой сложности мы будем играть? Ну, новобранец это такой, рядовой тоже слишком легко, наверное. Ветерана я не буду брать, потому что, ну, блин. Скажем так, я не хардкорщик. Можно было поиграть на хардкоре, но я не хардкорщик, поэтому чего ебываться, правильно? Правильно, давай. Ну, давай вот этот. Группа B. Все данные об этой операции мы получили от нашего региона в России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 52775. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Правила применения силы? Экипаж разрешено регулировать. Окей, ликвидация, это неплохо. База, говорит Молот 2-4, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 2-4. Темнеет. Прямо не вертолет, да, не заметили? 10 секунд. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Поехали. Оружие к бою. Окей. О, господи, как же это давно было, а? Там ностальгия. Огонь по усмотрению. На мостике чисто. Не поехали. Стрелять. Оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием. Вас понял. Все ко мне. Ну, пошли, пошли, чё. На лестнице чисто. Да, тихо. Да, на. Ну, чё вы. Сладких сынов. В жилых отсеках чисто. Да, хорош пихаться. Разведданные. Так, нормально. Сраненький никого. Тут в кухне никого. Поехали дальше. А тут у нас что, погоди. Тут у нас что? Подожди. Нормально. Поехали дальше. По фронту на палубе чисто, по сигналу вперед. Максимальная беспалевность. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Да хорош пихать свой. Турки. Двое на платформе. Я их вижу. Я их тоже вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Окей. Цель нейтрализована. Террорист нейтрализован. Отлично. Да, отлично. Огонь по усмотрению. Я. Молод, вижу. 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял. Тоже неплохо. Молод качает топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молод. Укров, Гриффин, прикройте. Остальные за мной. Вас понял. Так. Подожди. Куда там сбался, а? Ахля. Это я приберегу для более близкого знакомства. Давай, давай. Молодые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Проверить углы! Проверяю, проверяю. Проверить углы! Проверить углы! Справа все чисто. Нет, ничего. Слева все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Да, хорош медитацию.
сука. Движение справа. Короче. С этой ЮМПшкой максимально невозможно играть. Слишком сильная дача. Проверить углы. Проверить. Подожди. Углы. Вот так. Готов, сэр. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Блин, подожди секунду. Раз, и что-то я еще хотел сделать. Звук потише чуть-чуть. Так, тут. Все, поехали. Вспышка! Пошли! Охерительная вспышка? Да, тихо там. На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Все ко мне! Идем. Подожди. Дальше. Террористов не видно. Быть на чеку. Все, все. Готов, сэр. Поехали. Пошли! Слева чисто. Ну? Пошли! Движение справа. Да хорош. Поморало. По кому вы там шмаляете? Идем дальше. Где? Я что-то не помню, чтобы в основном Modern Warfare была такая тряска с оружием. Хотя, конечно, может, давно не играл, но не особо я такое помню. Подожди, что было? Вишка, не хочу. Хотя в Black Ops вроде было что-то подобное. Да-да-да, ага. Видишь? Проверяй, увидел. Да, слышишь? Так, куда? Ну-ка, погоди. Это не то. Ладно. Это слепой, да? Походу. Ага. Первый. Террорист. Второй. Террорист нейтрализован. Да-да-да, пацаны, ага, расскажите. Так. Оу. Что это тут у нас? Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Ой, бля. Наверняка это херово. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, всем на палубу, бегом марш! Что, куда так же? И куда? А, туда же. Твою мать. Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку. Что это было? Корабль тонет! Пора уходить! Ну это, мать, погнали. Отвечайте, черт возьми! Орлан говорит Б-6! Мы уходим! Всем приготовиться! Уходим! На помосты! Живо,
живо! Шевелите задницами, пошли! А можно противогаз снять? Приготовимся выходить! Пошли! Осторожно! Пошли! Пошли! Пошевеливайтесь! Это, конечно, все хорошо, но направо, если направо! Прилетели их союзники, да? зачем было топить то, что им было нужно? Непонятно. Ну ладно. Побежали, побежали, я не знаю, чему. Блять, хорошо. Хватай, 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 ну, сука. Поймал! Давай, хорошо. Красиво. О, ностальгия. Ау. Что ты смотришь? Ехай давай. А можно по-русски? Текстурками они, конечно, хорошо поработали. Хотя я не могу сказать, что в первом Modern Warfare прям такие ущербные текстурки были. Не. Такого у меня язык не повернется, такое сказать. Единственное обидно то, что они не добавили, сейчас, хотя не во всех играх такое есть даже сейчас, да, но настройка звука именно отдельная, то есть там катсцена, музыка, звуки, голоса, вот, все вот это. Было бы поудобнее. إنه يستهينون بعظمتنا. عودة نريهم أننا لا نخاف.
Что-то я не особо помню эту миссию. Вроде что-то подобное было там где-то в памяти, но не особо помню. Хотя если уж на то пошло, я в принципе не особо помню серию Modern Warfare. Третью помню, вторую не особо, первую вообще практически не помню. А спокойно, спокойно, чё ты хватаешь? Сам могу пойти. Ну ёб твою мать. А, погоди, нам сейчас покажут главного злодея, злодея этой игры, да, по-моему? Ну да, да, походу. Не надо. Ну не надо. Усюка. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. О, Рашка. Поехали. Загрузка, если бы они еще, конечно, почемали, было бы круто, так. Ну ладно, радуемся хотя бы тому, чего, что есть. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Окей. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Ну вот, стоит же. Огонь по усмотрению! Цель уничтожена. А, это усмотрение, да? Я понял. Окей. В будущем будем стрелять наперед. Так, пацаны, а тут у нас гости. Подожди, ну куда ты топаешь-то так? Эй, дай его с ножичка. Отлично. Впереди будут еще патрульные будки. Комаров со своими людьми будет ждать в поле на северо-запад. Так, ну ладно. Мне сюда, да, я так понимаю? Да, нормально. Ты уверен, что это нормально? Ну, в целом.
Так, и как мне привлечь их внимание? Ну... Ты, типа, не слышишь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как мне тебя привлечь? Пах. Ну? Максимально беспалевно, конечно, да. Угу. И минки, да, и сразу все выбежали. Да. Я тебе, конечно, верю. Так. А фонарик тут у нас нет, да? Подожди. Подожди. Стройка управления. Действия. Это не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Ночное видение N. А фонарик? Фонарика нету, да? N. Угу. Ладно. Ну, лучше пока что так похожу. Раз у нас фонарика нету. Я чую, да. Опа. Здорово. Добро пожаловать враг? В Россию, капитан Прайс. Не, не враг, друг. Где цель, комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Так. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Угу. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Окей, ладно. Ваня, подходи и приготовься к атаке. Ванек! По моему сигналу. Ванька! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. О, давай, 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 давай. Это мне нравится. Так. Единственное, можно я тут все осмотрю? Походу нельзя. Ладно. Ладно, печалька. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Так, а я? Всем отрядам а приступать я к штурму. Я вот этих могу. Где? Чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Ага. Все? Не вижу. Стреляй по второму пулеметчику через стену! Да ёп, мне не видно его. Где он? Отличный выстрел. Макмиллан бы тобой гордился. Подожди, а где второй-то? Ау! Эй! Понял? Тихо. Стреляй по второму через стену. Знать бы еще, где он? Если что-то пошло. Ты ничего не говорил о вертолетах, комаров. Быстрее, комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан. Да хорош! Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую. Уроды. Доложите обстановку. Сколько еще времени тебе нужно? Хорошо. Ладно. Я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Ага, выбьешь ты, да. Приближаются вертолеты. У, сука, нахрен. Вот туда, да. Вс,
Все, тут тихо. Тут тоже. Так, это наш? Не наш. Что? Чем применять гранатомет, когда у меня есть снайперка? Логично? Логично. Просто я не вижу по кому. А если так? Да по кому вы там шмаляете? Эти-то ладно. Не то? Так а по кому гранатомет-то? Ой, короче. Где? Капитан Прайс, мои люди попали в ошибку. Дурак, блин. Где наш шпион? Время на исходе. Помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Да какие что? Так, это его, это его. Ага, сюда. Сюда. Еще. Так, это зенитки. Это не то. Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной к электростанции. Да. У, сука, черт. Свой? Свой. Нахрен. Поехали. Все. Начался окончательный штурм. Так. Если твои снайперы нам помогут... Помогут, помогут. Будет. Довольно! Где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Где Ты он? Себя возомнил? В доме. В доме на северо-восточном краю. Вот это? Не так уж сложно было, правда? Теперь в угол. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома прежде, чем... Да, хорош, Миш. Вперед. Поехали. Засейвим нашего, блэд. Кто, куда, зачем, почему? Сюда. Раз. Два. Поехал. Ау. Ладно, не поехал. Ау, да, слышь, сука. Так, ладно. Я чуть не ожидал их справа. Хорошо. Ау! Ты слышишь? Чертяга. Да помри. Контакт к востоку. Спокойно. Да чего? Я же в него выстрелил. Окей. В смысле не попал? Вот так. Первый. Второй. Третий. Да, умри уж. Где ты что?
Давай. Лови еще. Лови еще. Кто? А, это свой. Погоди, это свои. Ебать. Спокойно, спокойно. Погоди, так нам не сюда? Дальше, поехали. А что думал, в этот домик? Газ, обойди здание, отключи электричество. Ау. Так. Давай. Ну? Ну давай. Ну? Так, электричество отключено. Вперед. Так, ля. Виктор! Виктора прибор нет. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Это да. Нейтрализуй их по-тихому. Да, пытаюсь. Саша! Нет, ты Саша. Там? Нету. Санек, выходи. Ау, ау, слышь, уровень. Прекращайте, дурня. Так, Николай. Чисто. Ай, глазки. А, больно. Так. Подожди, но... Неужели тут как... Тю-тю-тю-тю. Расслабляйся там, слышь. Кто? Коль, ну-ка не стреляй своим. Кто? Подожди, кто стрелял-то? Ах ты, где-то газ, это свой. Чего? Кто стрелял? Во, кода есть. Вот теперь можно туда. Поехали. Здорово. Что вам нужно? Кто вы? Да, свои, это свои. Нас? Свои. Это он. Николай, в порядке? Идти сможешь? Да. Поехали. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б6. Спасибо, что вы... Пожалуйста. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б6 на связи, Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Куда ты там пошел? Тихая. Кто куда пошел? Нравится мне это. Уска. Погоди, так это свои. Подожди. Это графический кретинизм, ребят. Не спешите. Я, блядь, в четырех стенах потеряться могу. Так, и все? Коля, давай вертушку. Ну ладно. Что-то, по-моему, какая-то слишком легкая миссия, нет? Окей.
разведка сообщает, что Алясад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Алясада. Всем ясно? Приготовиться! Что-то как-то слишком легко. Ой, это, кстати, я помню. Как минимум картинку не мисли, но картинку помню. Улетаем через 10 секунд. Вас поняла. Мы попали под обстрел. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. А, нет, все, я вспомнил эту миссию, походу. Это же тут сейчас грибочек, да, будет? Ну, вроде похожая миссия. Ждать разрешения. Пускаемся по тросам. Пошли, пошли! Пошли! Вперед! Не верю на 100%, но миссия похожа. Второй отряд! За мной к зданию! Вперед! Блокирующие позиции! Вперед! Вон нужное здание! Входим через левую дверь! На позиции! Так. Взрывай! Заходим! Заходим! Чисто! Окей. Так, подожди, что такое было? Джексон, что такое было? Занять позицию. Калаш, еще что-то было, нет? Мне показалось, походу, ладно. Эх. Ау. Ага, именно так. А я тебя вижу. И тебя я вижу. Ау, ау. Ну, сука, черт. Испугал. Так, пацаны, вы туда, я туда. Раз, отлично. Кады. Оу, дурак, что ли? Так. Бросай световую гранату! Да, дойди, дурак. Подожди. Так. Ну, сука, чё? А, обоих задел. Ау. Спокойно. Да, в смысле не попал? У, сука, лакер. Вот так. Все? Умри, говорю. Все нормально. Всем отрядом! Проверить все трупы! Так, подожди. Здесь Алясада! Здесь объекта нет, сэр! Здесь Алясада нет, сэр! Центр, говорит Красный Волк! В здании чисто! Алясада нет! Прием! Может, калаш взять вместо пистолета? Что, не особо нужен? Мне только что сообщили, что Алясад идет к периодической станции в полкилометре отсюда! Ага, хорошо. Подвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед! Поехали. Подожди, так мы... Я верну... А, окей. Ау! Нормально. Вижу противника! Востоку! Кого? Где? Нет никого. Говорю, что все. Сам такой. Мертв? Мертв. Так. Давай все-таки возьму калаш вместо пистолета. На всякий случай. Не особо нужен, но почему бы нет? Ты его убить не можешь? Драк, что ли?
Ау. Ладно. Моя ошибка. Я что-то не среагировал на световую. Да господи, убейте вы его уже. Врача. А-а-а. Я понял, сюда пока рановато. Окей. Ну, вылези. Лучше, еще. Ну, сука, не вовремя, подожди. Все, молодец. Так, РП. Гэшники. Гэшники, походу, все. Давай сюда. Твою мать! Не хочу я отбрасывать гранаты нахрен. А это туда. Привет, им подарочек небольшой. Угу. Вылези. Вылези. Умница. Куда же? Туда же. На всякий случай. Подожди, нам... А, нам сюда и... Где-то что? Да еще? Да еще? Ну? Да кого нет, РПГ уже. Ладно, наебал, есть. Все? Тихо. Поверь, то что тут никого не будет. И ты. Граната!
кого сам-то лабрикант? Сука, не вовремя-то. Тихо. Не? Ошибаюсь? На всякий случай. Так, это свои. Допустим. Сюда? Сюда. Или сюда, сюда. Отлично, занять позицию на прорыв. И сюда. Выполнять! Пошел, молодой. Заходим! Заходим! Ну? Кому по ним, нихера не видно. Сам такой. Ау. Что? Да. Дробька. Слушай, а вот дробька я возьму. Да. Хорошо, тут пистолет был. В принципе, неплохое оружие ближнего боя. Ну так, среднего, ладно, среднего боя. Да, обязательно. Так, вот это я помню. Это я относительно помню. Охуительно. Благодарю. Подожди. Да хорош, слышь. Чё морал такой? Ну-ка, подожди. Да подожди ты. А можно хоть с какой-то стороны прикрывать меня, плиз? Ну так. Конечно, не особо прям обязательно, но хотелось бы. Видно их нихера еще. Ганда,
Хорош. Так, ну здесь же не выйдет. Охуительно. Нормально вообще с РПГ нет в этом здании стрелять. Да прекращай. Убили, не убили? Убили. Еще один. Да ёб твою мать. Еще один был. Ну как скажешь, поверю тебе. Так. Кадым. 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 Либо я слепой, либо их тут нету. Скорее всего, первый, конечно. Похер. Так, не сюда. А куда? Куда? Сюда, походу. Надо. А вот и наши парни! Ой, хорош. Так точно! Так точно! Не стрелять! Это твои! Никаких признаков а-ля осада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. Не понял. Там что-то пукнул. Бесплатный или что? Так-то. Цербер! С тыла! Ну, двигай ножками, давай. Угу. Так. Кажется, он здесь. Я его слышу. Да, вот вообще не факт. Ну ёптая мать, беспалена. А, у меня тут ночного нету, да? Ну. Чисто! Это запись. В комнате чисто. Угу. Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Рикс, выключите это дерьмо! У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи, прием. Да, так точно. Вас понял, Центр. Конец связи. Десантники,
Слушай меня! У нас новое задание! Быстро собраться и на выход! Вперед! Окей. Так подожди, это не оно что ли было? Большинства вообще не услышал, блядь, из-за музыки. Вот опять же, да? Сделали бы они настройку, сейчас бы было бы все хорошо. Альфа застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли! Живее! Все чисто! Слышь, пиздец. На втором этаже справочить. А, не увидел. Ага. Ну, третий. Третий уже все, да? Там вот он был. Излучение всегда видно. Так, вроде... Вроде есть. Тоже есть, отлично. Джексон, ты и Райсевич наверх. Мы прикроем вход. Выполнять! Огонь.
господи. Огонь по флангу из пулемета! Джексон, давай к их пулемету! Ну давай. Подожди, так. Да, ты прикалываешься. Да. Все? Да кого? Заткнись и продолжай стрелять! Вас понял! Огонь на подавление! Ну и все. Ух ты, ёб твою мать, понял. Джексон, бери джавелин и разберись с танками. Да ты умрёшь? Джексон, бери джавелин и разберись с танками. Подожди. Да что ты от меня хочешь? Где он? Зал, куда? Почему огонь? Да, 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 выстрелил. Так я выстрелил. Разорался. А этот танк не надо уничтожать? Или это наш уже? Отличный выстрел, слушай! А, спасибо. Мы почти на месте, держись!
Мяу. Жим-жим. Так, ну-ка выбрось это свою капу. Да хорош. Ну-ка, подожди. Возьми. Первый. Не вижу. Так. 30. Все? Ага, все, да. Ну, спасибо. Кирица. Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! Так и хотя бы видно. Да, прекращай. Да, и хорош. Хоть что говорят. Живой еще? Хорош. Кого уничтожить? Джексон! Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку с воздуха! Лопес здесь! Прикройте его! Окей. Так, выдвигаемся! Очистить западный подступ! Вперед! Берет, слетел. Сюда. Пахля. Подожди-ка. Ладно. Иху. Ты сука. Ну-ка, подожди. Ты у нас там такой. Сюда. Так. И вот сюда. Отлично.
Да, да, да. Ау. Отлично! Уходим на безопасное расстояние! Ага. Может, тут убьешь человека, нет? Куда я тебя его установлю? Ну, допустим, ладно. Да, пробеги ты. Ау-во-во-во-во, тихо. Кто где? Окей. Да. Подожди. Что за юмор? Да, да, сейчас иду. Да что, Джексон? КП мало. Станет мне. Все, установил. Ты что там? Слышь? Попади ты в него. Спасибо. А, все, попал. Внимание! Мало времени, чтобы вывести этот танк. Займем оборонительные позиции у болота. Здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Всем ясно?